Приветствую любителей хоккея. Сегодня играем с командой уровня 90 со многими синергиями. Хоккейный клуб Коркино. Поэтому я думаю, что, наверное, это наш человек, раз Коркино. Нападение 98, защита 94 у него. Но мы играем с компьютером, просто с его командой. Интересный состав у него, посмотрите. Саки 92-й, хороший игрок. Зубов Кейн 90-й, Брэд Маршант, Кассен Теодор, МакКиннон 90-й, Макдэй 93-й, Кучеров 90-й, Борзал. Ну, пол не до конца докачанный почему-то, зато Шадина 90-й, Алексеев 90-й. Квин Капризов 92-й. Вася. Ну, Василевский когда будет стоять у него. Посмотрим. У меня, кстати, Ларкин. Я взял 95-го, то, что забивает в каждой игре. То, что, поэтому я хотел его уже разобрать. Пока оставлю. Пока оставлю. Кстати, уже вон опасный момент был. Не прошла передача. Панарину поставили подножку. Остин Мэтчус на вбрасывание. Сегодня мне написал человек, что вообще не понимает эту игру. Тут понимать нечего. Сейчас такие основы расскажу. В общем, если вы играете в обычный хоккей здесь, как по телевизору или как в реальном хоккее, ну, тяжело. Тут выход из зоны, пробежался по флангу, или дал 2-1 передачу, или шаблонный гол забил. Шаблонный голов, ну, я уже много видео по этому поводу снимал. Ну, здесь, наверное, 5-6 таких базовых голов. Сегодня буду показывать. Талантом тут быть не надо, чтобы играть. Просто нужно быстро соображать, нейтрализовывать соперника, который в основном, если это онлайн-игры, использует пару комбинаций своих. И нужно реализовать свои моменты. Чтобы их реализовать, нужно просто шаблонные свои голы забивать. Все. Выдумывать тут какие-то финты новые, там что-то. Ну, можно. Но это нужно до автоматизма доводить, что будет редко. Так, дальше. Я заметил, что после обновления вот этот гол, который я сейчас пытался забить, он стал забиваться хуже. Сейчас покажу, какой хуже стал забиваться гол. Вот этот гол, когда мы выкатывались на ворота, убирали за себя шайбу и в дальний угол бросали, он стал забиваться хуже. Вратари стали на него реагировать. Не всегда, но хуже. Ну, а вот это был один из шаблонных, первый шаблонный гол, который я показывал. В основном это раньше был гол, что-то сейчас случилось. Последние несколько дней. Второй шаблонный гол. Это, ну, реализация у меня, наверное, про 95%. Вы выкатываетесь на вратаря, 1-0. Шайба у вас слева. Перекладываете на неудобную и сразу на удобную. Это классика. Сейчас я по 4 минуты период поставил, побольше буду рассказывать по максимуму. После вбрасывания вы сразу едете в центр и начинаете прессинговать. Так, хочу сегодня шаблонными голами поработать.
придется совершенно разные забивать. Да, вот видите, вот эти шаблонные голы перестали забиваться. Второй, точнее уже третий шаблонный гол. Значит, это смене опытами игроками онлайн и с компьютером забивается. Выкатываетесь на пятак просто, то есть из-за ворот. Смотрите, что на пятаке есть, если никого нет, да. А тут никого нет. Просто выкатываетесь в дальний угол, забиваете гол. Тоже третий шаблонный гол. Ничего тут вообще сложного, хитрого, умного. Просто шаблонный гол. Следующий гол постараюсь забить вдоль. Вдоль ворот приезжайте, шайбу прячете за корпус свой и бросайте в дальний угол. И 2 в 1, да, надо еще показать. У Ларкина массы не хватает, и в таких моментах у него, конечно, отбирают шайбу. Видите, сразу на подходе действуем, не даем сопернику расположиться. Так, не получилось. Вот сейчас почти шаблонник у меня вылез. Чуть-чуть не хватило. Так, может быть, да. Нет, не получилось. Хотел организовать комбинацию 2 в 0. Просто выкатывайтесь на вратаря, или есть защитник, там нет, вдвоем переделайте одну передачу, или еще обратно можете добавить и бросок. Ну, у нас соперник, если соперник послабее, здесь просто игроки сильно, они перехватывают эти все передачи. Так, удаление. Пылу борьбы подножку поставил кому-то. Мощно. Две минуты до конца первого периода. Сегодня мы просто разбираем, какие голы тут в основном забивать. Потому что написали мне, что непонятно, как это делать. Ну, говорю, тут вообще. Ничего сложного. Когда буду забивать, сразу буду разбирать это, как тут это делается. И покажу, что ничего сложного в этом нет. Просто надо наработать некоторые моменты. Покажу, как защитникам забивать со сбрасывания. Но тут тоже да, должен быть стечение обстоятельств. Надо вбрасывание на определенного защитника выиграть. И шайба должна до ворот дойти. Там народу много. Не всегда до ворот доходит. Часто используйте борт, чтобы выйти из зоны. Хинц набирает ход. И Пронгер пробил. Да, вот сейчас 2 в 1 выходили. Главное передать, чтобы не бросал на дальнего защитника игрока, чтобы он не бросил уже, получается, не ворота, когда вратарь этого не ждет. Он же держит своего игрока. Смотрите, классическая комбинация, вот я так часто забиваю в играх онлайн с компьютером. Выиграете выбрасывание назад, ждете, пока центр вперед побежит. Поопытнее игроки его сразу начинают держать, но здесь, видите, никто не держит.
Мэтьюс маленькая скорость, и даже с ней он же, то есть нас набирает скорость сразу передачу вперед. Между защитниками упрямо бежите, убирайте на неудобную, на удобную и гол. Таких голов я очень много забиваю. Тоже запомните комбинашку, это легкая. Иногда здесь, да, вот здесь, кстати, надо рассмотреть. Ну, видно уже, что накрывает, или вратарь с вами уехал налево, такое бывает. Обычно справа, вот смотрите, видите, обычно справа бежит ваш игрок. Обычно можно еще, ну, здесь, видите, Райан держит на опыте. Но обычно вот тут игрок один, можно еще направо отдавать вот сюда передачу. Дальше идем. Старайтесь пошире играть. Вот у меня еще, я рассказывал про защитника Пронгер, у меня играет 25-й. Любая комбинация, когда у меня начинается. Два в один не хотят забивать. Если у меня там Пронгер, вот смотрите сейчас, отдали с его фланга, если у меня там Пронгер, то это все. Силовой, атака прервана сразу, то есть мощный защитник. Второй у меня всегда скоростной, который шайбу может подобрать. То есть один защитник у меня силовой, он встречает, второй защитник очень быстрый у меня, который может подобрать шайбу. Вот у меня так три пары защитников сделаны. Лайны может забить. Дальше, вот смотрите, если я самим Пронгером бегу, у него там скорость какая-то, 80 какая-то. Он, видите, спокойно до ворот добегает за счет массы, 100 с чем-то килограмм. Если он вырезается, вот посмотрите, как сейчас. Человек просто лежит. Давай, Хинц, шаблонный гол. Вот, да. Смотрите, получился шаблонный гол. Он немножко другой. Можно, смотрите, убегайте по правому флангу. Здесь можете шайбу закрывать или нет. Но обычно этот защитник, видите, Хьюкс. Он один из самых быстрых в игре. 87-й у меня такой есть. Видите, он Хинца даже не догнал. Хинца скорость 89, у Хьюк... Юкса, по-моему, 93. Хин спокойно убегает. И смотрите, можно отсюда бросать. Часто залетает. Видите, угол свободный. Но чтобы наверняка, вы смотрите, что вы можете пропустить защитника. И из-под защитника кидаете в дальний угол. Это точный гол. Вратарь уже не реагирует и не видит. Сейчас, напоминаю, у человека Василевский X-фактор стоит 88-й. Ну, понятно, да, что неважно, кто там стоит. Вот мы 4-5 голов, шаблоны с вами разобрали. Сейчас наверняка еще парочку получится. Я хочу вдоль ворот проехать, показать и забросить защитникам еще с кистей в девятку. Ну, не каждую игру это получается. Попробую, чтобы у вас полный набор был. Выиграл за шайбу. Ну, Сёгуна встретили. Сёгуна, он Сегин, как мне многие пишут. Да, видите, капризов можно вернуть. В защиту тоже неплохо это. Так, еще некоторые моменты. Вот здесь, смотрите, я первым бегу к шайбе. Видите, у меня первым. Немножко притормаживайте, если за вами кто-то бежит. Пропускайте соперника. Чуть-чуть буквально. Пропускайте соперника. Вот вы его пропускаете. Ведь притормаживаете. И потом набираете скорость и силовым приемом вмазываете его в борт. Вот. И шайба ваша. Все, отобрали. Ну, видите, он тут у вас сцепился. Тут сейчас ногой передачу делаете.
и вдоль борта выход из зоны, как по учебнику. Вот такие диагонали не по учебнику, но иногда можно. Вот от борта отъехали, видите, еще раз, когда вместе едете от борта, немножко отъезжаете, потом умазываете его в борт. На Кросби, по-моему, да, убегал, не пустили его. Овечкин. Опять, шайбу отобрали, сразу через борт выходите, все, забыли о проблемах, если так делаете. Хорошая защита, не пускает никого на пятак. Так, зачем отдали... Так, я еще сейчас хочу показать комбинацию, как можно защитников обыгрывать. Я уже в каком-то видео показывал. Смотрите, вы бежите по правому флангу, перед вами защитник. Ну, ситуация частая, и он у вас сейчас силовой прием будет проводить. Обычно так, или выбивать шайбу. Вы нажимаете кнопку разворота, это L2, и становитесь так боком. В этой ситуации вы можете или дальше вперед поехать, а защитник уже среагировал на это ваше движение, да? Вот боком становитесь, уже защитник не понимает, вы или дальше поедете, или тормоз. И здесь резко меняете направление, все, защитник обыгран. И я так и в игре часто делаю. И здесь шаблонный бросок в дальний угол, ну, почему-то вратарь говорит, что ли обновление было. Такие голы перестали забиваться. Так, мог привести здесь угол. О, не угол. Не угол, а гол себе. Я хотел сказать, что могли попасть, забить здесь в угол. Все, отбились сразу через борт. Выход. Второй период, 8 секунд осталось. У нас 92-й раск. Половина матча у меня сейчас на 0 стоит. Ну, не знаю, может быть, случайность, пока я еще не разобрался. Идем дальше. Так. Еще один забили, 2 в 1 гол. Стандарт. Смотрите, выбегайте на защитника. И когда уже он хочет вашу шайбу отобрать, просто резко прячьте ее за корпус. Вот. Просто за корпус. Ему вообще ничего здесь не сделать, только подножку ставить. За корпус прячьте, так вы ее легко проходите. И ждете просто, пока ваш игрок на дальней штанге откроется. То есть еще раз, просто держите. Здесь и бросить, кстати, можно с этого положения. А вы просто убираете назад... И корпусом закрываете шайбу от защитника. Ему ничего не сделать. Эту клюшку, видите, он поставил. Клюшку эту продавливаете. Идете, пока ваш игрок открывается на дальнюю штангу. Когда он открылся уже, ему тут двое даже. Ему передачу делать, это обычный гол. Простой шаблонный гол. 2 в 1. Таких вообще очень много голов. Тысячи каждый день забиваются.
Так, сейчас, ребят, одну секунду. Кот у меня начал какую-то бумагу жрать, извиняюсь. И половину уже проглотил ее, я изо рта вытащил ему. Все, возвращаемся. Два гола надо еще показать вдоль ворот и защитникам. И все, у вас полный набор. По защите вроде я вам тут нормально расписал, что я делаю. Напишите свои комментарии, кто что новенького подскажет, может, другого, какие-то методики, тактики и голы интересные. Так, сейчас бросили. Мне нужно, чтобы на защитника отдать передачу на центрального и бросить девятку. Никак не получается вот выиграть так вбрасывание. Давайте, будем проезжать вдоль ворот? Нет, не будем, да? Никак. Вот, это Хинца тема. Вот, ну почти забили этот шаблон, и мы попали в штангу. Почти забили, попали в штангу. В общем, каким-то путем перепасовкой отрывайтесь от своего игрока. Вот защитник, видите, он остался здесь не с вами, и у вас путь свободен. Вы выкатываетесь на пятак, убираете шайбу за себя и бросаете в дальний угол. Часто это гол, но сейчас как-то не получилось, и попал Хинц в штангу. Да, еще удаление кто-то там заработал. Сейчас Сёгун неплохо могли разыграть с Макдэвидом. Сёгун сфалил. Пять на три поиграем, 52 секунды. Ну, с компьютером тут без разницы, такого преимущества нет, а вот в играх онлайн 5 на 3 тяжеловато выстоять. Так, возвращаемся. Да, не успели клюшку сунуть. Сакик забивает гол. Ну, неплохо, 92-я карта. Вчетвером мы уже... Еще раз раскатали. Это Жадин Алексеев, неплохая связка. Патрик Лайн из Жадин Алексеев. Ой, не Алексеев, Алексеев в защите Сакик. Режим бога компьютер включил, сразу видно. Наверное, надо ему иногда. Тут хотел тоже шаблонник один сделать с выходом на один, но здесь уже не получилось. Комбинашку хорошую сейчас раскатали, но
Василевский 2 в 0 неплохо отработал. Так, по рукам кого-то цепанули 7 минут. Не знаю, будут у нас еще шаблонные голы или нет, то, что мы сегодня делаем. Почти все показал, говорю, 2 вот не хватило. Опять забивать. А, давайте так. Хотел 1-0. Ну, разыграли. Остин Мэтчес в этой игре один из лучших вайнтаймеров, поэтому если он бежит, отдавайте. Прошу посмотреть, с чего началось. Видите, передача. Если вовремя подловить и направить туда своего игрока, можно уйти в отрыв. Мы направили туда Хинца, он перехватил. Слушайте, опять же один из Сакик и Лейна. Просто красавцы. Теодор в этот раз подключился. Вот после таких игр с такими пятерками я вижу, что Теджадин, я уже давно заметил, что он хорошо играет. Будет он на сборке, вот я его соберу. Сакик. Ну, Сакик, понятно, он дорогой просто был, по 300 тысяч стоил. Ну, и Лейны, понятно, но просто я Лейны не играю, потому что никогда им не играл. Может быть, поиграю в этом году, не знаю еще. После таких игр отмечаю некоторых игроков, которые против меня неплохо смотрятся. Сотворили 3 гола, так чисто на комбинациях, молодцы. Ничего себе, МакДэвид. Еще раз. Молодец. Сёгун. Давай. Да, держи шайбу. Сейчас выиграем вбрасывание. Попробуем все-таки защитником забить. Мы вот ни одного броска нормального, по-моему, защитником не сделали со вбрасывания. В ближний угол, противоход вратарю. Да, никак бы даже вбрасывание не выиграть. Наверное, сегодня не получится. Перед вами Ларкин 95-й. Посмотрим. Ничего не смог. Двадцать секунд до конца игры. Не сдаемся. Выиграем вбрасывание еще раз. Поставим четвертое звено. Там Кросби, он неплохо вбрасывание выигрывает. Может быть, он сможет. Хочу ближний угол в девятку бросить. Вратарь не закрыт. Не будет гола. И вообще надо это пронгером делать. Пронгер слева, Макар справа. Вот так. Идеально будет. Идеальные исполнители. Нет. Ну, Пронгер забил с кистей, но это надо было делать сразу со вбрасывания. У Пронгера, ну, мне так кажется, не знаю, я так думаю, что самый сильный бросок в этой игре, я так думаю.
Потому что вратарей вот так вот, если он щелкает, как стоял, так и стоит или сидит, не видит даже шайбу, очень мощные броски, щелчки. Это не каждый, конечно, не каждый, но в основном, вот так скажу. В общем, обучалка по голам закончена. Два гола я не смог показать, но базу всю я вам дал. Три гола пропустил. Вот этот жадина, надо себе в команду его брать. Левый нападающий, снайпер. Потому что я в каждую игру, когда он против меня играет, я его отмечаю. Левый нападающий, снайпер сборной Чехии. Так, и Хинц у нас 0.75 сыграл. А Василевский, кстати говоря, 0.731. Это не густо. Все, ребят, спасибо за просмотр. Хорошего вечера. Пока-пока. Пока.